Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, на канале MyGT.ru про конкурсы. Конкурсы текущие, те, которые у нас ожидаются в течение ближайших пару недель. У нас ожидается пара конкурсов, в которых мы разыграем просто шикарнейшие призы, но об этом чуть позже, давайте обо всем по порядку. Без преувеличения скажу, что на нашем канале в медиасфере в российской мы разыгрываем максимальное количество моторных трансмиссионных масел среди наших подписчиков, зрителей, друзей. Если вы знаете любой другой канал в медиасфере, который по подобной тематике столько же разыгрывает масел моторов трансмиссионных, напишите в комментариях к этому видео ссылочку, мне просто интересно. Мне кажется, в этом плане мы лидеры абсолютные, потому что за последние пару лет мы разыграли просто колоссальнейшее количество призов. Смотрите, если нас давно, в течение пары лет подписаны, наверняка знаете, какой регулярностью мы проводим всякие розыгрыши, призы дарим, подарки и так далее. Вот, если знаете, кто-то дарит больше, чем мы, обязательно напишите, мне просто интересно. И в этом году, причем, подарим по призам, по количеству гораздо больше, чем предыдущим, мы эту планку нашу поднимем. Мне нравится дарить призы, мне нравится дарить подарки. Мне по жизни нравится дарить подарки, это, мне кажется, это прикольно. Мне нравится дарить подарки на канале. Нравится, когда человек получает, например, масло классное, которое он не может купить, позволить себе купить, например, да, или которое бюджет не позволяет. Вот, и причем его ощущение от этого мне, ну, нравится, когда люди как бы получают такие эмоции. Это прикольно, мне кажется, это классно. И мы в этом году будем продолжать эту тему обязательно и подарим больше подарков, чем даже в прошлом сделали. По текущим конкурсам давайте разбираться. У нас сейчас проходят конкурсы на ВК и на Дзене. В них мы разыгрываем два сертификата номиналом по 10 тысяч рублей. Первый сертификат на покупку бренда Eagle, второй сертификат на покупку бренда Verity. Нужно было по условиям конкурса присылать ВК и на Дзене, прикреплять, вернее, в комментариях к видео конкурсным свои видео, видеообзоры про эти бренды, если вы их уже используете. Бренд Verity и бренд Eagle. Люди столкнулись с сложностями, потому что на ВК еще худо-бедно можно прикрепить видео, комментарии, но это очень долго делается. ВК очень тормозная площадка, на самом деле. Вот на Дзене это вообще сделать практически нереально оказалось. Очень тяжело, люди столкнулись с тем, что просто видео не загружается. Поэтому вы можете эти видео, которые не смогли загрузить к нам на площадке, прислать к нам в Telegram. Тех, у кого не получилось загрузить, присылайте к нам в Telegram. В описании к этому видео в самой верхней его части будет наш Telegram, Telegram нашего менеджера Геннадия. Присылайте в Telegram, потому что WhatsApp в последнее время хоть и сделал эту функцию HD, хорошее видео, хорошее качество, вернее, но все-таки Telegram для безопасности лучше присылать, потому что там качество всегда сохраняется нормальным. Вот присылайте свое видео, те, кто уже прислал видео, сумел, вернее, прикрепить конкурсным, не нужно этого делать, дублировать, потому что будет там каша. Вот те, кто прислал, соответственно, они, кто не получилось, у кого, вернее, прикрепить, присылайте, мы их сами самостоятельно разместим. Вот, на Драйве, к сожалению, у нас конкурс не проводится никакой сейчас, потому что на Драйве нас заблокировали, это было недели три назад, когда мы разместили конкурс про, опрос, вернее, про то, что выберете вы, японский либо китайский автомобиль. Там подавляющее большинство, конечно, ответили, что выберут японский, и после этого нас на Драйве благополучно заблокировали все наши материалы. Вот такая площадка оказалась. До сих пор не разблокировали, они разблокировали сам аккаунт, но материалы заблокированы за последние два месяца там висят. Вот, поэтому, вот, такая, к сожалению, такая ситуация, такое отношение Драйва к своим подписчикам, к своим зрителям. Вот, ну, это уже на их совести, ладно. В общем, Дзен, ВК. Мы эти площадки тоже развиваем, потому что площадки-то суверенные, они нужны. Плохие они, хорошие, это не важно. Их нужно развивать, потому что это наши площадки суверенные, которые у нас будут работать в любом случае, независимо ни от чего. Поэтому, к сожалению, или к счастью, приходится их развивать в любом случае. Вот еще раз, у кого не получилось прикрепить видео, присылайте их к нам в Telegram. Так как люди столкнулись с сложностями, мы конкурс продлеем, еще на пару недель продлим, так что присылайте по возможности видео ваше в Telegram, которое будет в описании к этому видео в самой верхней его части. Формат видео каков должен быть? Формат видео должен быть горизонтальным, на видео должны фигурировать ваш автомобиль, вы сам и продукт, который вы, соответственно, в него заливаете. Это либо моторное, либо трансмиссионное масло, которое используете. Рассказать про ваш автомобиль, немножко вкратце рассказать про бренд и про продукт, который вы используете, покупаете, и ваши ощущения от использования данного бренда. Если вы меняете его несколько раз, то рассказываете, какие ощущения от работы там, от работы ДВС вообще, как зимой себя показало и так далее. Если вы используете его первый раз, только купили, просто причину, которая подвигла вас купить данный конкретный бренд. Эти видео для меня интересны многим нашим зрителям. Этих видео прислали уже просто колоссальное количество, поэтому в течение ближайших пары-тройки недель они будут у нас выходить вечернее, позднее время на нашем канале на YouTube.
Вот, вечером по Новосибирску 21.00 и в 22.00, соответственно, два будет видео каждый день. Вот, если кому-то это не интересно, вот это вот видео по отзывам людей, то, соответственно, можете их просто вечером пропускать. По Москве это, соответственно, будет минус 4 часа, первое-второе видео. А вот они будут выходить в течение первых трех, вернее, примерно недель, по два штуки вечером, потому что очень много прислали людей отзывы, очень много людей у нас покупает и бренд Verity, и бренд Eagle. Так как мы продляем конкурс, мы увеличиваем количество призов. Мы разыграем на Дзене, соответственно, два сертификата, и на YouTube, ой, на ВК разыграем тоже два сертификата по 10 тысяч рублей, соответственно, на покупку бренда Eagle и на покупку бренда Verity в нашем магазине. Вот, поэтому будет два победителя. Там и два победителя там. Два на Дзене, два на ВК. Конкурсные видео, о которых я говорю сейчас, я размещу в описании к этому в самой верхней его части под телефоном нашего Телеграма будут две ссылки на два конкурсных видео. Вы можете в них поучаствовать. Еще раз, если сталкиваетесь с проблемой загрузки видео к нам на Дзен и ВК, просто присылайте их к нам в Телеграм, и все будет хорошо. Формат видео я уже объяснил. Обязательно фигурировать должны вы, ваша машина, масло, которое используете, и рассказ про, соответственно, продукт, какое ваше ощущение про данный продукт. Это многим интересно, я думаю, потому что это отзывы реальных, абсолютно реальных людей, не какие-то там непонятные отзывы, непонятно кем написаны. Это реальные люди с реальными городами, с реальными именами, непонятно кто и где и что сделал. Вот, поэтому это вот такая тема. Работает еще этот конкурс некоторое время, поэтому участвуйте. Конкурс, который мы сделаем в ближайшее время по маслу Томс. Это японское масло качественное. Это вот четырешка, двадцаточка у меня там на складе. Мы подарим в честь 50-летия бренда Томс, который будут праздновать они в Японии в этом году, у них будет юбилей. Подарим, соответственно, три 20-литровые канистры моторного масла японского Томаса. На минуточку не стоит, там уже удивительное количество денег, поэтому, конечно, это будет для всех интересно. Мы разыграем три 20-литровые канистры Томас. Ссылка на конкурсное видео и условия конкурсного видео будут у нас. Давайте, наверное, сделаем их, запланируем на понедельник, что ли. На понедельник следующий запланируем. В понедельник не пропускайте анонсы. Вечерком выйдет видео, в котором я расскажу, как мы будем проводить конкурс, что нужно сделать. Сложного ничего нет там абсолютно. Вот просто дождитесь понедельника, и там все вам будет рассказано. Потом, что мы еще подарим? Мы подарим еще 4 банки масла, называется оно Камако. Делают его на Таиф-СМ, под СТМ. На заводе Таиф-СМ мы с вами были. Вот завод этот мы посетили. Вы знаете прекрасно, как я отношусь вот к всей этой теме, да, там Japanese технологии, Japanese quality и так далее. Но тем не менее масло нам досталось. Наши коллеги прислали нам 4 банки масла. Этого одну, 5 вернее банок, одну для коллекции. В музей у меня ушла 4 банки. Мы, соответственно, подарим клиентам нашим, потому что нам как бы они без надобности, мы их разыграем. Делают их на Таифе СМ. По-разному можно относиться к этой истории японской, но тем не менее мы знаем, где они производят. Завод я вам уже показывал, Таиф СМ, это завод, который находится, соответственно, в городе Нижнекамск, Нижегородской области. На заводе мы были, про завод все рассказали. Если кому-то интересно, посмотрите еще раз наше видео. И 4 банки, 2 банки с ПАОМами, с добавлением ПАО, и 2 банки подарим 5.30, тоже без ПАО, просто обычная СНК. Вот, поэтому 4 баночки у нас масло Камако тоже уйдут клиентам. И по этому поводу мы розыгрыш устроим, наверное, в следующую среду, потому что должен быть некоторый промежуток между конкурсами. Вот, и там тоже будут условия простые достаточно, ничего сложного не будет, ничего не нужно будет снимать. Ну, по крайней мере, по этому Камако, по маслу. Вот, поэтому дожидайтесь. Итого мы разыграем, соответственно, на следующую неделю еще 3 двадцатки по Томс, соответственно, и 4 банки масла Камако 4-литровых. В общем, конкурсы будут в следующую неделю, в понедельник, в среду. Смотрите внимательно за каналом. Обязательно подписывайтесь на все наши каналы и на Дзен, и на ВК, и на YouTube. Ну, на YouTube обязательно, в любом случае, потому что участвовать в конкурсе могут только те, кто подписан на наши каналы. Те, кто не подписан, участвовать, соответственно, естественно, не могут. Вот, по желанию подписывайтесь на Дзен и ВК. Еще раз скажу, что это не обязаловка. Некоторые люди обижаются, что там вот нужно подписываться, там участвовать в конкурсах. Ребят, мы проводим конкурсы везде. И на Ютубе проводим конкурсы, и проводим конкурсы на Дзене и ВК. Я уже объяснил, почему Дзен и ВК для нас интересны. Потому что эти каналы, как бы, они суверенные, российские, никуда не денутся. Поэтому мы обязательно будем их развивать в любом случае, без вариантов. Нравится кому-то, не нравится, как бы мы будем это делать.
Вот, поэтому участвовать в конкурсах можно на любых каналах наших, где они проводятся, не обязательно это для этого сделать аккаунты свои там на ВК и на Дзене. На Драйве, видите, к сожалению, Драйв для меня площадка была, ну, тоже интересная, но я, честно говоря, не ожидал такой политики от них, вот честно признаюсь, для меня это реально было шоком, да, когда люди просто блокируют за информацию про китайские авто на канале информации полностью, ну, это как бы такое себе. В общем, к ним я отношусь сейчас по-другому. Короче говоря, в общем, вот все я сказал вам. Конкурсы ожидаются интересные, призы интересные. И это только начало, потому что летом и к сезону, тем более, у нас там к сезону вообще будет один там прям реально шикарный конкурс. Я вот его готовлю сейчас заранее. В общем, смотрите, участвуйте, обязательно подписывайтесь. Мы реально дарим всем призы, подарки. И имейте шанс, не ленитесь. Если вы не сделаете какие-то вещи, вы, соответственно, ну, ничего нигде не выиграете. Пытайтесь, делайте. Это интересно, это творчество, это прикольно. Если вы там встанете, да, там сделаете видосик, просто проявите себя в этом, сделаете что-то новое для себя, как бы, да, там, и новый там опыт такой, новый экспириенс. Но это всегда прикольно, не знаю. Мне кажется, вот такие вещи, они людей заставляют менять свое мировоззрение на многие вещи. Когда там человек берет камеру, да, когда ничего никто не снимал. Вот есть люди, которые вот снимали наши обзоры, да, некоторые смеются, да, ну вот там, типа, там такой человек, снял обзор смешной. Тем не менее, люди проявили инициативу. Они взяли себя в руки, собрались, сделали видосик, там, сделали этот материал, прислали его, то есть как бы проявили какую-то инициативу. Эти люди заслуживают уважения, потому что эти люди хоть что-то сделали. Они пытаются какие-то новые вещи для себя сделать. Но это прикольно, не знаю, мне кажется, в этом надо проявляться в любом случае. Не в этом, конечно, только, но, тем не менее, это одно из тех вещей, которые, ну, как бы, мне кажется, нужно попробовать. В общем, ладно, заговорился я что-то. В конкурсах участвуйте, подписывайтесь. С вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru. Всем пока.